Во-первых, мы знаем, что алкоголь – это очень мощный яд. Сергей Югай – бронзовый призер чемпионата Санкт-Петербурга по бодибилдингу. Фитнес-методист, автор статей и видеороликов по силовому тренингу, диетологии, физиологии и здоровому образу жизни. Яд, от которого гибнут различные клетки нашего организма, мозга, крови и печени и другие. Вот можно посмотреть различные микрофильмы BBC, где миниатюрная камера запускается внутрь организма человека, и очень хорошо там это все показано, как вообще алкоголь деструктивно влияет на различные функции нашего организма. Я напомню, что уже давно алкоголь уже причислен к сильнодействующим ядам и наркотикам. Он вызывает сильнейшую зависимость. Я напомню, что на первом месте по зависимости находится героин, а на втором месте C2H5OH. Это смертельно опасное вещество, смертельно опасный яд и наркотик. И поэтому, конечно, алкоголь никак не совместим со здоровым образом жизни. У меня сложилась жизнь так, что я никогда алкоголь не употреблял. Вот прямо с самого детства, еще в школу не ходил, а уже занимался спортом. Играл в футбол, в хоккей, лыжи, там, коньки. Очень много было разных видов спорта у меня в жизни. А занимался активно своим здоровьем и физическим развитием. Советую всем тоже алкоголь в своей жизни минимизировать, а еще лучше полностью от него отказаться. Ну и, конечно, можно отдельно сказать насчет пива, да, то есть насчет употребления пива, особенно мужчинами. Я думаю, что многие уже знают, что такое фитоэстрогены и как они ухудшают мужское здоровье. Вот, уже не говоря о том, что становится в организме больше женских гормонов, да, то есть идет угнетение выработки собственного тестостерона и идет, то есть увеличение выработки эстрадиола. И это, к большому сожалению, влияет и на различные функции организма, и на половое здоровье, на мочеполовую систему. Это медленно, но верно влияет. И, конечно же, это влияет на то, что откладывается жировая ткань в абдоминальной области по женскому типу, и фигура становится уже не мужская, а все более и более женственная, и так называемый пивной живот. Я думаю, что всем хорошо известен. И поэтому, друзья, если вы все-таки хотите быть здоровыми, красивыми, чтобы у вас была стройная фигура, чтобы у вас был подтянутый живот, мускулистое тело, ну, конечно же, алкоголь здесь нам совсем не друг, а наоборот. Не слушайте никого, кто говорит о том, что алкоголь нам оказывает помощь, он нас там, скажем, расслабляет, расширяет сосуды, что это очень хорошо снимает стресс и так далее, и так далее. Алкоголь – это яд. И для нашего внутреннего здоровья, и для нашей внешности.